Против повышения пенсионного возраста протестуют по всей России. В большинстве городов акции якобы были не согласованы с местными властями. Самые масштабные митинги в Москве и Санкт-Петербурге. В МВД сообщают, что около 100 человек задержали в Питере и нескольких в столице. Но правозащитники и СМИ уверяют, что задержано гораздо больше. Сегодня в России день голосования. Выбирают мэров, губернаторов и депутатов в законодательное собрание.